В медицинские учреждения города с диагнозом отравления грибами этой осенью попали 6 человек. Из них 2 – самые юные жители. Прошли лечение в Брестской областной детской больнице. К слову, первые симптомы пищевого отравления могут появиться уже через 1-2 часа после приема, а могут обнаружиться не сразу. Период мнимого благополучия может быть от 1-2 часов до 3 недель, в зависимости от вида грибов, которые употребляли. В принципе, для отравления грибов есть общие симптомы отравления. Это понос, рвота, общее недомогание, слабость. Пик отравления лесными изысками приходится на последние летние месяцы и на начало осени. В это время врачи не перестают бить тревогу и призывают не относиться халатно и к своему здоровью, и к жизни детей. Ведь чтобы не оказаться в реанимации, нужно просто соблюдать простые правила. Грибы нужно 2 отваривать по 50 минут. Отвар сливать, не пробовать ни в коем случае, ну а там уже в последующем проводить какие-то приготовления блюд. При первых признаках отравления следует немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. Не рекомендуется употреблять в пищу грибы беременным женщинам, кормящим мамам, людям пожилого возраста и детям. Среднестатистически в год мы принимаем до 20 пациентов с отравлением грибами различной степени. Хочу сказать, что отравление грибами всегда опасно для жизни. Легкая это степень, средняя либо тяжелая. Конечно, самыми опасными являются отравления бледной поганкой и ее родственниками, белой и весенней поганкой. Также сложны отравления мухоморами, но, к сожалению, зачастую мы встречаемся именно с неправильно термически обработанными, либо с сыроедением грибов, что, конечно, категорически запрещено. Виктория Саченко, Андрей Щербан, Дон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.